Подготовка к школьному балу еще та нервотрепка, особенно для девочек. Ведь выглядеть нужно на все 100, а найти тот самый наряд – задача не из легких. Настя платье в магазине не нашла, пришлось шить на заказ. Но на этом приятные хлопоты не закончились. Для выпускного нужен красивый макияж. И для этого я специально записывалась к визажисту. Обязательно прическа красивая, чтобы все было уложено. Красивые украшения, допустим, сережки, либо же цепочки и кольца. Обязательно туфли. Семье Евсеевых на выпускной приходится собирать не только Настю, но и ее родного брата Никиту. Впрочем, с парнем все гораздо проще. Честно, я не переживаю. То есть особо таких нету. У меня побольше переживает это вот родители. Ну, по большей части мама вот меня готовит, там говорит, что вот, там одень вот это, одень то, пример вот это, давай купим вот это. Вот, у меня как бы вот все висит и готово. Сейчас на витринах огромное разнообразие костюмов и платьев. Стилисты рассказывают, что девочки в этом году выбирают блестки и стразы. Самыми модными цветами для выпускных платьев назвали белый, серебряный и золотой. Беспроигрышный вариант – традиционное бальное платье в светлых оттенках. А вот для тех, кто любит экспериментировать и быть в центре внимания, есть направление фэшн. В нем собраны все тренды вечерней моды. Вот, например, комплект, здесь сразу несколько трендов, и объемный цветок, и юбка-баллон, и модный оттенок чистого красного. Например, в моде различного рода прозрачности, а значит, это может быть вот такой гипюровый костюм. К слову, готовятся к школьному балу не только выпускники, но и родители. Они также волнуются, покупают наряды и даже готовят творческие номера. Креатив от родителей давно стал фишкой любого вечера. И сегодня выпускной у вас, наши дети, позади 11-й класс. Чтобы сюрприз для школьников получился достойным, приходится привлекать режиссеров и постановщиков. Впрочем, технику мало кто оценивает. Здесь главное – искренние эмоции и родительская любовь. Не сильно сложная по вокалу, мы же… Только начинающие артисты. Не профессионалы, да. Остаться памятью своим детям. Да, скорее да. Клип будет пересматриваться всю жизнь. И каждый, конечно, ребенок хочет увидеть там свою маму или папу. Окончательно выдохнуть и повеселиться выпускники смогут только 27 июня. А пока старшеклассники усиленно готовятся и сдают ЕГЭ. Диана Пуцунтян, Павел Востротин, Максим Курочкин и Артур Фазлеев. 31 канал.